музыка, танцы, перья, отличное настроение. Это настоящий карнавал, и не где-нибудь в Рио-де-Жанейро, а в самом сердце Самары, на пешеходной Куйбышева. Вы смогли бы на финишной прямой поближе к бордюру, чтобы наши... Замечательно! Мы так рады, что сюда попали! Какой карнавал? Чудно! Почаще устраивайте такие мероприятия. Отлично, все, очень нравится, очень красиво. Улица Куйбышева и вся Самара окунулись в атмосферу настоящего праздника. Танцевальный парад стартовал от площади Революции. Яркая колонна из уличных артистов заряжала отличным настроением, привлекала внимание и становилась больше. Практически с каждым шагом зажигать присоединялись зрители. Точно так же было год назад, когда во время чемпионата мира самарцы полюбили танцевать под открытым небом. И в городе появилась традиция устраивать карнавалы на улице Куйбышева. Чемпионат мира 2018 пронесся на одном дыхании, наполнив жизнь тысяч людей яркими событиями и незабываемыми эмоциями. На новом стадионе «Самара-Арена» прошло 6 игр мирового первенства. Гостеприимство волжан оценили гости со всего мира. За прошлое лето Самара стала настоящим городом-курортом. Это наследие чемпионата, о котором важно помнить. Мы с вами объединились вокруг одной идеи и сделали замечательный праздник для всего мира, для всех наших гостей. И я убеждена, что объединившись, мы и с другими задачами также с вами справимся красиво. В эти выходные карнавал привлек в Самару гостей из соседних городов. Денис Копенков вместе с семьей приехал из Ульяновска. Все было очень здорово, весело. Много позитивного народа, улыбающие, счастливые лица. Все очень классно, все молодцы. Роман Иванов, болельщик, в прошлом году из-за работы не смог насладиться праздничной атмосферой. Сегодня наверстал. Вместе с семьей они прошли до Струковского сада и зарядились отличным настроением. Ну, для Самары это фактически, для меня, скажем так, в новинку же, если не ошибаюсь, это второй год у нас только пешеходная зона. Живу, благо дела, рядом. Понравилось. Спортивный, я бы сказал, а не просто футбольный. Мы болеем за все. Мы переживаем и за другие команды. Самара болеет футболом, и это по любви. Один из немногих городов, где есть своя футбольная команда. И, конечно, клуб болельщиков. Болельщики любят футбол, любят команду. И Крылья Советов будет всегда, пока существует Самара. После карнавала праздник на улице Куйбышева продолжался на 4 творческих площадках. Для самых подвижных провели фристайл-баттл. А еще кубинские ритмы на Волге, где горячие танцоры зажигали всю улицу и сердца. После здания городской администрации играли живую музыку и устроили флешмоб. Пройти немного дальше, и возле Дома промышленности для зрителей барабанили на площадке ритмы города яркие музыканты. Карнавальный уикенд показал, что город умеет и любит веселиться. Не зря же этим летом каждые выходные в рамках проекта «Культурное сердце России» на набережной Самары с успехом проходят концерты и танцевальные вечеринки, а в парках города играют духовые оркестры и джаз-банды. Мария Левина, Константин Головин, «События».